Москва надеется, что в Армении власть и оппозиция наладят конструктивный диалог, и ситуация будет урегулирована в рамках Конституции. Так, события последних дней в этой стране сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Утром в Ереване возобновились уличные демонстрации. Колонна митингующих прошла по центру города и остановилась на проспекте маршала Баграмяна, где находятся парламент и администрация премьера страны. К вечеру, как сообщил наш корреспондент, на проспекте опять начали собираться люди. Аналитики отмечают, что призывы оппозиции начать массовые протесты, если правящая партия выдвинет своего кандидата в премьеры, звучат странно, поскольку этот вопрос по конституции страны находится под юрисдикцией парламента, а он был выбран с соблюдением всех законодательных норм, и это признали международные наблюдатели, которые следили за ходом голосования. И сегодня ситуацию в Армении и в Москве обсудили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Эдвард Налбандян, который приехал в российскую столицу вместе с парламентской делегацией.